Так, ну что, поехали в сельской местности. Здесь мы 2 километра проезжали. Но после того, как она у меня прокачанная, мы попробуем проехать намного дальше. Тут скоростная у нас машина. Очень, я бы сказал, скоростная. Но магнитик сломан. Магнитик надо еще прокачивать. Подпрыгивает она хорошо. Там замечательно. Так, аккуратно. Ну вот, еще 200 метров еще осталось проехать. Вот такой вот автомобиль, который требует прокачки. Да, но обычно все машинки требуют прокачки. Ладно, едем аккуратненько. Не спеша. Офига, как она взлетает. Кстати, двигатель мы прокачали. У нас подпрыгивает машинка. Забраться на гору нам не составляет большого труда. Вот, поднимаемся и все. Ого! Ты чё, сумасшедшая тачка? Деньги не собираешь? Аккуратно проезжай. Денежки нужно все собрать. Офигеть просто. Смотри, мы как перепрыгиваем. О, все, чё, не можешь, да? Куда ты поехал? Далеко едешь. Подняться не можешь, а проезжаешь далеко. Ну, я рад, что я ее прокачал, потому что она вообще ездила как будто поезд какой-то медленный, тепловоз. Ну, давай, давай, давай. Давайте сделаем повтор. Ой. Потому что я на непрокачанной машинке здесь проезжал 2 километра, а здесь на прокачанной машинке что не могу проехать 1,5 метра. В чем прикол, я не понимаю. В чем прикол машинка, а? Ну тебя спрашиваю. Почему такая слабенькая? Либо я не умею водить этой машинкой. Ладно, сейчас посмотрим, сколько мы проедем. Ну, видишь, бензин кончился. Если бы не кончился бензин, мы бы проехали нормально. Поспешить мне нужно. Да, видишь, я думаю, поспешить. Тем более, такой тут двигатель мощный. Смотри, она подпрыгивает так. В воздухе так. У нас, кстати, вот такие штуки есть. Прыгаем, не знаю, зачем они нужны вообще, но прыгаем как бы не сильно высоко, не ладно. Все, бензинчик взяли. Да. Бензин вообще в этой игре кончается быстро. На любых машинках. Очень быстро. Так, ну вот, 600 метров осталось у нас. Доехать. Ой-ой-ой-ой-ой. Так-так-так, аккуратненько, не надо все так вести. Некрасиво. Так, смотри, видишь, опять пищит бензин. Так, вроде мы в прошлый раз здесь не были. Это мы проехали дальше, значит. Чисто. На 260 метров остается. О, нормально. Я думаю, мы 200 метров всего лишь сделаем, кажется.
Рекорд побьем. Ну все, ребята, смотрите, как бить надо рекорды. 30 метров. Давай, 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 давай. Мне нужен бензин. Вот новый рекорд. Бензинчик. И можем отправляться дальше. Вот мешочек с деньгами. 190 монет. Вот куда мне эти 190 монет? Скажите, покажи. Когда все стоит по 60 тысяч. Ну, потачка. Монет очень мало. Надо больше километров проезжать, значит. Оп-оп-оп-оп-оп, есть. Давайте здесь немножечко вот так сделаем. Ускоримся вот здесь. Давай-давай-давай-давай-давай-давай. Вот тяжело подниматься машинки, я не знаю, в чем прикол. Двигатель-то прокачанный. Прокачанный не слабо. А вот видит она, как по рельсам. Так, где бензин? Еще одна здесь остановимся, что ли? Ох ты! Ну ладно, 2,5 километра тоже хорошо. Так, давайте прокачаем немножко Monster Truck. Прокачать я хочу ему турбо. Для более быстрого разгона и повышения крутящего момента. Спасибо. Поехали! Так, прокачали мы немножко ему турбо. Надеюсь, мы должны быстрее ехать. Но, в принципе, едем быстро. Так. Аккуратненько. Ох ты, на одном колесе. Да, ну, блин, смотри, он покачался, мне кажется, все равно. Монстр Трак наш. Хотя, смотри, мы что-то сдаем позицию свою. Ё-моё. Так, давайте. Оп-ля, поднимаемся наверх. Получилось. Ага. Турбо нам помогло, получается. Одна прокачка турбо. И мы достаточно-таки резво поднимаемся на гору. Да. Но здесь рекорд небольшой, поэтому... Я думаю, мы рекорд здесь побьем сейчас. Да, есть у нас магнитик. Что очень радует меня. Опа-ля. Так, собрались. А, потихонечку будем каждую машинку прокачивать. Оп-оп-оп-оп-оп-оп. Тихо, тихо, едем. Так, бревна. Бревна проехали. Поднимаемся наверх. Что-то мы это медленнее стали ехать, мне кажется, нет? Или так же? Ну, давай, 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 давай. Монстр Трак, дружок, поднимайся. Выше. Есть. А, все, бензин взяли. Отлично. Ну что ж. Поехали. Поднимемся или нет? Вот еще вопрос. Нет? Ладно, давайте быстренько спускаемся назад. И сейчас попробуем еще раз заехать. Разгоняемся. Давай, 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 давай. Да что ж ты будешь делать? Смотри. Не могу подняться. Да. Все-таки прокачивать надо двигатель. Блин, ну двигатель дорого стоил, у меня денег не хватило. Ой, а ну что у нас тут за гаджеты стоят? А, давайте поменяем гаджеты, это уберем. Поставим, например, сюда. Вот так вот. Поехали. Попробуем еще раз проехать. Нифига, во-во-во, ускоритель работает. Он реально меня хотя бы немножко ускоряет. Это не может не радовать. Возможно, мы и поднимемся наверх с этим турбоускорителем. Так, здесь мы проезжаем. Давай, 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 машинка. Монстр Трак. Тут мы проехали. Дальше. Еще немножко. Давай, 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 давай. Опа, бензинчик взяли. Поднимаемся наверх. Так, нет, мы здесь должны проехать. Здесь не сложно. Ох, ребята, ребята, нам нужно прокачать движок. Просто так вот, это минимум.
Ну и гаджеты помогают. Убрали бесполезный гаджет, поставили турбоускоритель. И надеюсь, он нам должен помочь. Надеюсь, он нам поможет. Нет. Он, не знаю, когда включается, когда не включается, это будет интересно. Он чувствует, что я подняться не могу, и включается, я так понимаю. Угу. Или как вообще он работает? Этот ускоритель. Или когда я на одном колесе еду, фиг знает, короче. Только здесь, да, мы не могли подняться? Ну давай. Вот, срабатывай. Зараза, ты чё не срабатываешь? Алло! Гаджет какой-то вонючий. Не помог мне. Не с колечки. Давай. Да ё-моё. Разбились.